разработка чрезвычайно важная. В отличие от первых двух, она основана не на выявлении вируса как такового, а на выявлении антител к нему с помощью иммунных тестов. Эти иммунные тесты представляют собой чип, который можно использовать даже прикроватно в клинике для многократного исследования динамики состояния пациента. Более того, значит, эти чипы позволяют как бы предвидеть, прогнозировать ухудшение в состоянии за определенное время, что очень важно. В России создали чип для выявления коронавируса за 15-20 минут. Об этом сообщила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова. По ее словам, новинку покажут в пятницу, и это не единственная разработка. Почти готовы компактные прикроватные аппараты, позволяющие определить, был человек заражен или нет, даже если он перенес заболевание без симптомов, в легкой форме. Это поможет понять, есть у россиян иммунитет или нет, и позволит лучше прогнозировать ситуацию. По мнению Скворцовой, сейчас эпидемический процесс развивается по одному из благоприятных сценариев, так как в России учли ошибки других стран. Пик заболеваемости ожидается через 2 недели. На спад заражения коронавирусом пойдет примерно в середине июня. Мы разработали и чипы, которые будем на этой неделе уже демонстрировать в пятницу на нашем производстве в Одинцово. Это чипы, основанные на изотермической амплификации. В отличие от обычной полимеразной цепной реакции, не требуется в разные фазы разной температуры, а вот эта изотерма при одной и той же температуре, около 60 градусов, можно провести в ускоренном режиме амплификацию, выявление вируса. Вот эта проба, она занимает не более 20 минут, до 20 минут, и позволяет маленький ридер, аппаратик, который как бы за 15-20 минут доказывает наличие вируса.